Здравствуйте, это мой первый видеоотчет после сеанса с Давидом. 5 декабря у нас проходил сеанс, правда, он проходил без ребенка. Степе 8 лет, у него синдром гиперактивности, дефицитом внимания и расстройство аутического спектра. Как-то так случилось, что в тот вечер ребенок был более чем обычно возбужден, поэтому сеанс Давид проводил только со мной. Ну, хотела сказать, музыку, которую Давид ставил, немножко она прерывалась, по-видимому, какие-то проблемы со скайпом были, поэтому не вполне я ее услышала, но, видимо, это не так важно для проведения сеанса. Ничего необычного во время сеанса и после, за собой лично я не заметила. Плохо не было, это тоже радует. Ребенок немножко был возбужден во время сеанса, как я говорила раньше, и весь вечер после этого. У нас проблема всегда с ребенком была заснуть. Спит спокойно, крепким сном всегда. Никогда не было с этим проблемы. Но вот заснуть на это требовалось не один час, и мы засыпали порой уже далеко за полуночь. И это происходило всегда не тихо. Все соседи были в курсе. Ждали, наверное, этого события уже с ужасом, потому что у нас крики сменялись плачем. Плач опять на истерике. Потом хохот сумасшедший. И все это было, каждый вечер тяжело проходило. Хотя мы раньше принимали нейролептики на ночь. Потом, когда я узнала про Давида, я стала бить себя по рукам. И решили соскочить с нейролептикой. Как-то справлялись с ребенком всякими песенками на ночь, его успокаивать. Потом первый раз мы общались с Давидом. Давид нам посоветовал применить ароматерапию. В ванну я капала ему лаванду. Но мне показалось, что она его будоражит. Мы сменили масло на мелиссу. Мелисса прямо заметно дала результаты, заставила себя ждать. Капала на аромалампу перед сном. Ванну принимали, и ребенок успокаивался. И вот последние, наверное, дня три он стал самостоятельно засыпать в кроватке без истерик. С каждым днем все раньше у нас случалось это. Первый раз мы до 12 уснули, порадовались. Потом мы в 11:30. Вчера мы уснули в 11. И все это тихо, без истерик. Ну вот, а что еще у нас произошло? Аппетит. Аппетит заметно улучшился. В принципе, ребенок не был никогда... ел все подряд, не было у нас каких-то предпочтений в еде, но это было очень без аппетита, так скудненькие перекусы. За эту неделю ребенок явно с аппетитом, у него все наладилось, он стал причем просить добавки. Если спросишь Степа, тебе супа еще, и он повторял еще, и действительно он ел добавку. Вот. Хотя во время сеанса мы не оговаривали эти проблемы с Давидом. Как-то само это почувствовалось, видимо, для Давида. Но проблем еще много. Сегодня я попытаюсь еще дозвониться до Давида и провести сеанс с ребенком. Я на это очень надеюсь. Спасибо большое, Давид. За неделю такие успехи, это многого стоит. Спасибо.